Всем привет! Ребята, как вы могли заметить, мы опять пришли на озеро. Правда, мы тут стоим сейчас в маленьком этом уголке. Уголке, да. Да, грубо говоря, потому что мы ждем мальчиков, потому что когда нам одним очень страшно идти, особенно после предыдущих событий. Все-таки мы девочки. Да, еще тут такой ветер поднялся. Кстати, знаете что, в прошлом видео мы обнаружили заброшку там где-то дальше. Да, кстати. И, наверное, если наберется очень много лайков, то тогда мы вам покажем. Только, ребята, 20 тысяч лайков? Какие 20 тысяч? Ты чего? Для ребят это слишком просто. Давайте, сколько? 100 тысяч давайте. Давайте 50 хотя бы тысяч. Да, давайте 50. Надо набрать 50 тысяч лайков, и тогда мы пойдем на эту заброшку, потому что я вам говорю, почему мы очень сильно туда не хотим идти. Чтобы вы понимали, это, грубо говоря, заброшенная территория, и как бы здесь не ходят люди, и понятно, там дальше кладбище, и эта заброшка возле кладбища, и как бы очень страшно туда будет идти. Короче, мне надоело ждать пацанов, я вам сейчас, наверное, позвоню. Угу, окей. Девки, привет! Опа! О, сейчас, привет. А я только набирала тебя! Привет! Привет! Так, привет, девчонки, пацаны! Девчонки, вам хочется сказать. Что? Да, вот. Короче, девочки, вы мне, наверное, не поверите, но это все реально правда. Я, короче, когда я шел, я услышал звук сиреноголового. Чего? Кого? Сиреноголового. Да, это такое, типа, создание, оно очень похоже на... Сирену. А, он я такой, знаю. Такой, типа, столб, он и там длинный? Две сирены да. такие стоят в разные стороны. Ты слышал его? Да. Ого. Вот я ему не верю. Ну, вот нет, не я ему тоже не верю. Я туда иду, иду, ты такой куда ты идешь? Такой ну, в ту сторону и шел. Да там, понимаешь, да. это только И фильм. Мы вот по этой шуточке собрались здесь сегодня. Мы шли сюда фиг знает сколько, чтобы ты у нас так вот пошутила, Даме? Нет, это правда. Окей. Подожди, я ему тоже не верю. Окей, Бот, ты можешь чем-то это доказать, например? Ну я иду такой, просто иду, такой иду, и слышу, короче, спину. Такой звук сиреноголового. Я так сильно испугался. Ботан, это в фильме только. Окей, или... ладно, да давайте правда. Пойдем посмотрим. Окей. Погнали. Сейчас пойдем куда посмотрим. Куда идем? Будешь да. показывать давай, нам иди, дорогу. Ну хорошо, давай. Я не верю, вот сейчас. Ну, смотри, туда. Прямо? В сторону. Как-то... Вот, туда или туда? Мы туда не ходили, мы можем потеряться. А вон, кстати, там заброшка, вот это озеро, чтобы вы понимали, там дальше вообще кладбище. В общем, окей. Мне вообще кажется, что это плохая идея. Мне тоже кажется, плохая идея. Просто, он что-то сказал, ляпнул, ну, а давай. Мы сейчас потеряемся где-то. Ну хорошо, я давайте. Я просто плохо здесь не помню, что найти. Ты прикалываешься? Нет. Я правда говорю. Ого. Так, вот туда или туда идем? Туда, туда я иду, туда. Интересно. Ботан. О, давайте пойдем посмотрим, что там. Да, я сюда. Ну, значит, потом туда пойдем. Да. Все равно мне кажется, что это твои шуточки. А здесь ходить реально стрёмно. Вот, ребят, чтобы вы понимали, вон как бы есть дома, да? Дома есть, вон все есть. Тихо. Это самолет, что ли, или я не знаю. Я пока что самолета не вижу. Это не сиреноголовое что-то? Нет. Я просто не знаю, как я он выглядит. Я увидела тут чуть-чуть подальше. Сиреноголовое сейчас все-таки, это как столб, в принципе. Вот у него идет тело, вообще такое крутое, крутое. Две ноги, большие. Большие когти и палка типа головы. И ого, здесь еще одно озеро. Да. Еще одно озеро? Да. Ничего себе, девочки. Ого, девочки, смотрите. Ага. Ого, ничего себе, это кто такой? Наши очки вспотели. Протирай свечи. Девочка, может тут еще одно озеро есть? Ну, наверное. Походу она мелкая. Нет, еще одно какое-то, я не знаю. А, третье? Да, вот еще одно третье. Вон, ничего себе. Ого. Давайте это озеро мелкое, это как будто глубокое озеро. Давайте к этому подойдем. Давайте. Я даже не знаю, что мелко. Видишь, кто там не видел? Там не видно. А вот, наверное, и сделали. И мне как-то здесь стрёмно. Я не чувствую себя здесь в безопасности. Я не вижу, куда мне бежать. Тут одно. Влад, ты идиот, ты куда бежишь? Красивая? Я здесь ничего красивого не вижу. Я тоже здесь ничего не вижу. Ну, опа, дальше никуда я не пойду. Озеро, как озеро. То есть давайте по камушкам, по камушкам. Ой. Кстати, давайте попробуем пройти этот путь по камушкам. Ну вот, я тоже так хочу. Тут рыба есть. Рыба? В смысле? Да. Ого. Нет, таких заброшенных озерах. Ты веришь, что это рыба?
Да, я уверен. Да, ну, Влад. Мне кажется, тут нет рыбы. Да, вода, ну молчи. Сейчас, ой. Аккуратно. Я там чуть не упал. Ой, 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 ой. Упал. Лера, аккуратно. Лера проиграла. Я вот сюда идти не буду, я прошла. Аня тоже упала. Нет, я не упала. Один я выиграл. Нет, что-то один выиграл, я не упала. Я вообще не знала, что мы играем в игру. Давайте через сюда пойдем, поднимемся. Куда тебе Все. Там идти надо? Давайте. Я выиграла. Я с камерой, поэтому я боялась. Давай, ботан. Да, ботан, быстрее. Дарина, стой. Что? А вон, кстати, заброшка. Дарина, прямо. Давай, веди нас к сиреноголовому. Вот быстрее, ты время тянешь. Пошли. Дарин, давай быстрее. Вот там мелко, может типа... Ну вот мы сейчас выйдем на дорогу, и нам так же само прямо идти. Да. Вот ускоряйся, давай, быстрее, быстрее. Раз, я два, хочу, чтобы она такая офигенная. Ты что, дурочка, что ли? Что, что там? Ты что-то видела? Очень много жаб и очень много гадюк. Я сначала показала, что это что-то просто на. Короче, нам вот так вот по прямой идти, как... Ботан сказал, о, вот. Господи, о, господи. Вот мы и вышли на. Ой. А где тут дорожка? Ой. Это мы туда зашли. А вот тут тропинка, девчонки. Ага. Ой, я думала, это уж. Кому-то звонят. Давайте я вас поведу. Давай, Ботан. Не знаете, куда идти. Ну, мы будем. Мы надеемся, что нам идти туда, куда. Ты уверен, что тут ничего такого? Вот, что, мы идем правильно или нет? Дурак, что ли? А. А не что-то нагнуться еще? А еще. Мы свернули не туда. Ну, я... Блин, да как здесь проходить? Ну, что мы свернули не туда? Я говорю, что вот так идти. Ну, я думаю, мы сейчас выйдем. Мне кажется, мы зря сюда пошли. Да, это такие заросли. Мы можем вернуться, что ли? Блин. Я чуть не упала. Да, вот, вот тропинка, девчонки. А, ну да, вот и тропинка. Ай. О, господи. Влад, подержи, пожалуйста, чуть чуть-чуть. А, Берг, сам не могу. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ого, мы так далеко отошли от тропинки, ребят. Это еще не тропинка. Нет? Нет, я вижу, где тропинка. Вон возле трубы. Если честно, ого, тут далеко отошли. Фу, тут каким-то каким-то дохлятиной воняет. Заблудились. Фу, здесь дохлятиной воняет. Да все нормально. Не потерялись. Итак, ботан, куда дальше идем? Налево туда. Окей. Ну эти дальше еще хуже. Мне немного стремновато. Ничего страшного. У меня тоже ничего такого страшного нет. Ну, знаешь, честно, ты нас ведешь непонятно куда, как бы. От города нас разделяет небольшое поле. Ну, если честно, мне там будет стрёмно, потому что тут что-то сиреноголового. Вот. А может, нас хватит вообще? Вот, пойми, это не... Братан, это неправда. Это его не существует. Почему это фильм. Стой, это Влад, игра. Влад, успокойся. Может быть, ботан что-то и правда там слышал. Может, ботан просто этот звук с чем-то перепутал. Возможно. Это не может быть такого. Может. Ого, смотрите колесо. Что? Здесь есть. О, господи. Ну да, здесь есть дома, но то, что тут гуляли люди, я еще здесь не видела. Да, зато. Согласен. Я уже устал. Ботан. Да. Ну я, по-моему, сюда еще и упал так вот. Окей. Ладно. Ботан, блин. Ты какой-то очень-очень-очень-очень странный. Ботан, а мы не потеряемся? Надеемся? Я понимаю. Кстати, надеемся. Ребят, мы реально можем сейчас здесь потеряться? Согласна, непонятно где, непонятно куда. Как, что идти? Мне кажется, это плохая идея сюда была. Тут природа и пахнет.
Тут пахнет говном, а не природой. Природой, блин. Природой. И телом. О, да, это реально пахнет говном. Навозом. Короче, потом мне кажется, что тебе все это показалось. Да. Здесь нет никакого сиреноголового. Но это реально бред. Тупо бред. А как вам так кажется? Да, я же вот слышу. Сейчас вы Таня напомню про сиреноголового. Девки! Где это? Я же вам говорил. Мне страшно, мне очень страшно. Прячемся, прячемся. Короче, прячемся. Короче, короче, ребята, если вам понравилось это видео, не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик и ставить лайки.